Здравствуйте. Решил посетить объект. Здесь ребята наносят декоративную штукатурку. Как видите, натянули козырек. И спокойненько работают. Даже во время дождя. Металлической теркой наносят камешковую декоративную штукатурку. Пластиковую затирают. Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка Церезит СТ-174. Это вот новые ведра. Пошли они у нас с 1 июля. Вот видите, человек наносит декоративку. Может наносить металлической теркой, может шпателем, кому как удобнее на самом деле. Я вот шпателем не могу работать. Я только теркой сопла. А можешь чуть-чуть прям подвинуться, чтобы затирку мы видели, как ты теркой работаешь. Вот, спасибо. Правда, лестница. Столько лесов мешает, ну ничего. Обратите внимание, здесь уже декоративная штукатурка нанесена. Цвет очень интересный. Постоянные подписчики нашего канала помнят этот фасад, как здесь производился демонтаж неправильно выполненного мокрого фасада на базальтовой минераловатной плите. Минплита за год буквально умерла. Потом после демонтажа было выполнено утепление фасадным пенополистиролом ППС-16Ф, толщина 150 мм. Выполнен базовый армирующий слой. И вот сейчас видите декоративную штукатурку. На год заказчики взяли тайм-аут, пока выбирали внешний облик дома. А дом стоял утепленный в базовом армирующем слое. Здесь рассматривались варианты с облицовкой и декоративной штукатуркой, и клинкерной плиткой. Все-таки решили остановиться на декоративной штукатурке. Фактура камешковая. Вот сейчас ребята уже заканчивают фасад. Осталось чуть-чуть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Счастливо, до свидания.